Цель 11-классницы Анны Горяйновой – прыгнуть в длину на 2 метра. Это упражнение было самым сложным для нее, когда школьница сдавала норматив ГТО. Тогда она получила золотой значок, а сегодня Анна соревнуется на городском фестивале ГТО. К этому событию она готовилась несколько месяцев. Прыгала, бегала, подтягивалась. Человек должен заниматься физической подготовкой в любом случае. Это помогает ему развиваться, это саморазвитие, это укрепляет его здоровье, продлевает жизнь. Фестиваль ГТО для самарских школьников – это состязание лучших из лучших. На соревновании собрались более 300 учащихся от 16 лет, многие из которых уже получили золотые и серебряные значки ГТО. В основной программе прыжки в длину, отжимания, бег, наклоны вперед, метание мяча. Организаторы говорят, комплекс ГТО помогает школьникам не только следить за здоровьем, но и помогает в учебе. 11-классники, которые успешно сдают эти нормативы, получают дополнительные баллы при поступлении в университеты и институты. Возрождение комплекса «Готов к труду и обороне», популяризация спорта именно среди обучающихся самарских школ. Оно больше связано именно распространение комплекса ГТО, да и вообще спорта, здорового образа жизни среди учащихся. Они имеют огромный уже опыт. Ребята, это уже 5-й и 4-й ступени, которые пришли сюда по заявкам, вот, допущены. Поэтому самое лучшее проявить себя с лучшей стороны. Лучших участников соревнований наградили почетными грамотами. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События.